сделали сейчас, потому что кризис, потому что кризис, вот, и потому что именно необходимость в таком шаге назрела, у агентств все меньше и меньше какого-то финансового резерва, который они могут там тратить на какие-то бесполезные действия, связанные там с какими-то неадекватными тендерами и так далее. Поэтому сейчас это, в общем-то, назрело. Вторая вещь — это то, что как бы в нашей стране все меньше и меньше становится налоговых лазеек, бизнес рекламный становится прозрачным, и, соответственно, как бы надо понимать, что, опять же, вот все должны работать в рамках каких-то определенных единых моделей ценообразования, с этим связано. Механизм следующий, что если в тендер приглашаются там 5 агент-подписантов, и кто-то один из них нарушает условия, то все остальные выходят из тендера. Ну, потому что, ему говорят, ну, как бы срывается тендер у клиента, mm-hmm. и как бы срывается благодаря нарушившему условия. Или, ну, я не знаю, как он точно будет работать, но это идеальный механизм, да, вернее, так он работает в среди продакшн-компаний, TV-продакшн-компаний, которые обслуживают рекламное агентство. Либо, может, просто там, если там один нарушил условия, его как бы исключат из этого пула, вот, и, соответственно, дальше, если клиент будет включать это агентство в следующий тендер, то те, кто в пуле, не будут участвовать в этом тендере. То есть, по большому счету, нарушать невыгодно. Создан некий механизм, который ведет к тому, что нарушать невыгодно. Для некрупных клиентов должны быть некрупные агентства. Вот, потому что как бы, для каждого уровня клиентов должен быть свой уровень подрядчика. Вот. Я бы вообще не советовал мелким клиентам изначально идти в крупное агентство, потому что даже если начнут работать, на них будет там работать какая-то начинающая команда, да, потому что они будут стратегически важными для этого агентства. Вот. Поэтому тут... как бы, ну, я думаю, что бояться нечего. Мы уточняли мнение некоторых клиентов. Клиенты хотят прозрачности. Для них это тоже важно. Вот. И как бы они отчасти это приветствуют, потому что какие-то четкие правила игры облегчают им тоже работу. Были вопросы, насколько там эти правила будут стыковаться с их правилами, которые присутствуют в отделах закупок. Да? То есть я думаю, что... Ну, это основной вопрос, как бы, потому что если там две системы друг другу противоречат, то надо будет как-то искать какие-то компромиссы. Вот. Но я думаю, что как-то рынок урегулируется в этом плане. Самая большая инициатива, она связана в том числе сейчас с проблемой, с которой столкнулась рекламная индустрия, это отток квалифицированных кадров. Вот. И то, что сейчас происходит на уровне рекламной коалиции, это создаются механизмы привлечения молодежи, обучения именно основам рекламы, потому что, к сожалению, наша система образования не выпускает в большинстве своем людей с профессиями рекламист или еще что-то. Вот. Соответственно, как бы нужно создавать некие механизмы обучения. Вот. И я думаю, сейчас вот реклама, как бы основная тема саморегуляции связана именно с этим. Да, вводится там программа сертификации знаний в области маркетинговой коммуникации. Есть курс онлайн обучения. Вот, ну, соответственно, пытаемся привлекать молодых людей, обучать, повышать уровень знания, потому что кадров действительно не хватает в индустрии. А уходит они в IT, да? Да, в IT. Очень большой конкурент рекламной индустрии. И многие уходят в свои проекты, стартапы, уезжают за границу и так далее. То есть, ну, дело в том, что когда начался кризис, многие игроки стали там сокращать штат, и уходили с рынка, банкротились. Соответственно, появились недовольные люди, которые говорят, реклама, все это такое неинтересное прошлое, там, неинтересно, скучно, и мало платят. Ну, как бы, и вот этот слух там начал распространяться и так далее. Вот, с этим, в общем-то, боремся.